Никогда не поверю, что праздники могут надоесть. Скуку способно вызвать только их однообразие. Но, дорогие мои, как профессиональная телеведущая, со всей ответственностью заявляю, сценарий всегда можно переписать. Чарльз Диккенс однажды заметил: лучшая часть праздника – это рассказ о том, как он прошел. Предлагаю изменить последовательность, и давайте я вам расскажу свой сценарий идеального торжества. Будь то Новый год, свадьба, юбилей или просто хороший уикенд, а вы уже скорректируйте его под себя. Место встречи изменить нельзя. Стереотип способен уничтожить десятки новых неиспользованных возможностей. Домашнее застолье и банкет в ресторане прекрасны, но обыденны. Предлагаю праздновать на природе. Всего час езды от города, и мы с вами в гостях у сказки. Когда-нибудь задумывались, из чего оно складывается, праздничное настроение? Я уверена, из новых ощущений и впечатлений. Смена обстановки – мощный катализатор эмоций, мыслей и желаний. Русская баня, спорт на свежем воздухе, прогулки у реки, шашлык, фотосессия в стиле «Назад в СССР». Список новых радостей можете продолжить по желанию. А вот домашнее тепло, комфорт и уют пусть останутся прежними. Объявить празднику готовность номер один – хлопотное, скажу вам, занятие. Для хозяйки уж точно. Если салаты, пироги и торты нескончаемым конвейером преследуют вас даже во сне, это верный признак того, что пора остановиться. Просто хлопните в ладоши и скажите: «Скатерть-самобранка, накройся» и все. Ну, еще обсудите меню с шеф-поваром. Мой формат. Праздник по полной программе, когда все уже придумано и подготовлено. Гостям остается только принять участие, а значит, просто радоваться. Кому принадлежит авторство фразы на работу «как на праздник», я не знаю, но уверена, что так скажет любой, очутившись на семинаре, конференции или тренинге, например, вот в такой обстановке на природе. Свежий воздух – свежие мысли, а значит, новые перспективы и возможности. Большие и маленькие, торжественные и семейные, шумные и романтичные праздники бывают разные. Сделать их яркими и настоящими проще простого.